пожалуйста, присаживайся, как тебя зовут? Юля, я думала, девочек, не расслышал, слушай, остается. Наверное, я неправильно. Старость не в России, это развлекательный центр такой громкий. Да. Да, Юля, с чем пожаловала? Меня зовут Алекс. Алекс, очень приятно. Очень приятно. Очень много времени для вашего творчества. Юля, тебе нравится секс-рок? Обожаю, просто не сожгай. Я прошу прощения, Юлечка, прошу прощения, что ты поговорил. Да. Ага, ты заканчиваешь репетицию, переодеваешься и выезжаешь к нам, да? Хорошо, ждем тебя. Как приедешь, наберешь. На центральном входе встречу. Давай, пока. А это актриса, ты знаешь, сейчас новые клипы буду снимать. Вот, и вот одна из актрис звонит, кастинг проходит, девушки. Репетиции, видишь, отменяют. А кто ты? Я воздушная девушка. Как сам? Почему громче говори, солнце? Я так плохо слышно. Я не могу. Ты же не певица. У меня болит горло. Но ты хочешь и петь, я вижу, да? Я чувствую. Ну, периодически, да, я бы этого хотела. Как император Палпатин, я чувствую твою темную сторону силы, да. Какая же она, моя темная сторона? Ты можешь быть хорошей ученицей. Да? Конечно. Я знаю, чем тебе джедай? Давай на сторону ситхов переходи. Дорогая Джулия, а где ты потеряла свои волосы? Long hair. Where is сиськи? Где твои волосы? Where is сиськи? Сиськи с ним, а волосы не знаю. Это произошло неделю назад, когда я полностью была разочарована в мужчине. Не трагично, это обстоятельство. Да. И что это тебя повернуло на какую сторону силы? Резко? Я поняла, что женщина это воспитывает, оказывается, потому что все бабы дуры на самом деле. Подожди, так у тебя что-то с девушками было после этого, ну вот, 2 недели назад ты поменялась? Нет, не смогла, у меня был опыт. А был опыт? Ну, конечно. Лесбийский? Да. Ты была актив, пассив? Я была актив. Актив, да? Только вдвоем или втроем пробовали? Вдвоем. Вдвоем. У меня же есть песня просто «Lesbian Love», и там вот как раз вдвоем или втроем. Знаешь, Lesbian love, do our dreams and watch, enjoy, and try. Watch for free, why I said don't report it, and try. Wow, it's amazing. It's about, you and your girl. And your girlfriend? I need practice because sometimes... Or break. You wanna be straight or lesbian? What you wanna? I don't know, it's so hard. You want a sex rock, yes? Sex yes. rock. You yes. need sex rock. Of course. You I'm very sexy. Very sexy. You must be in sex rock style. Yeah. I wanna be a rock star. Интересная девушка. Жаль, что ты без волос, конечно, потеряла волосы, потеряла женственность. Но может быть и нет роста куда-нибудь, да? Вот видишь, как бывает. А петь любишь вообще? Караоке? Напиваю, как в мюзикле. Я пою иногда, как в мюзикле. Она была актриса. Слушай, а ты не опасаешься, что твоя girlfriend тебя приревнует? Вот она смотрит сейчас, если вылазит из угла, смотрит, мы сидим тут вот так вот. Поди, докажи потом, что ты со мной знакомилась. У меня нету. А нету, ты выгнала? Нету, girlfriend, не было. Так ты же сказала, что был опыт. Ну, был опыт, но мы не сейчас. А что не вышло? Ну, просто
Мужчина. А мужчин, ты подумала и решила, что все-таки мужчина лучше. Да. Ну просто я устала делать постоянно приятное. Я тоже хочу, чтобы мне делали приятно. Это ты, наверное, солнце смотрела мой Rock'n'Roll Tonight, где вот пилон, где девушки стали лесбиянками, да. Ну и пилоном заниматься, пилоном не обучены. Да. И пилончица увела меня у них, у стриптизерши, и они занялись потом, ну остались вдвоем, и они занялись вот лесби-любовью. Да. Красных комбинезончиков таких. А потом они поняли все-таки, что без мужчин это оно плохо. И занялись пилончиком. Слава тебе, Господи, дошло наконец. Дошло. С первого раза. Да. Доходит всем. И до тебя дошло, что без мужчин это плохо, да? Очень. Плохо, да? Так, понимаю, детей у тебя нет, да? Нет. Нет. То есть ты свободная как ты? Да, да, вообще свободная, свободнейшая. А вот паришь, ты же гимнастка, получается, воздушная, и ты должна парить. Парить. Вот, наверное, ты, наверное, мотыль, как мотылёк. И я как стрекоза просто. Стрекоза. На поплавок удочки, я рыбалка. Как батерфляю, как бабочка самая. Люблю рыбалку, понимаешь, стрекозку, садись на поплавочку, попотечка рыбок, но это раз. Ты что, кормишь мною рыбок? Я гоняю стрекозу, гоняю, да, я взлетаю. Ну, гонять можно, это даже полезно. Чтобы не толстела стрекозка, чтобы летала, пошла, да, вот так вот красиво, да, летала, так по небу, радовала мужской взгляд у них. Да. Да. Трогательно, трогательно, да, прям аж, любишь каблучки, наверное, если, да. Диаметр 65 приблизительно рост, да? Да. Вот, сразу видно, что гимнастка просто вытягивается. О, ну, да. Сразу видно, что гимнастик лейди. Да, можешь даже подтянуть, как вот за плечо оттяни. Я вот сюда ногу держи, сиди за ухо, да, тяни. Ага, да, вот, дальше да, еще. Да, да, но главное, чтобы штаны не порвались, но так уж. Ой, я давно не растягивалась, может. Ну, что этого достаточно, это же впечатляет. Да, достаточно. Юлечка, с тобой интересно общаться, ну что же девушки приедут, видишь, репетиции, бросаешь попасть на кассу, что же с ними делать? Не знаю, не знаю, что с ними делать, но в принципе у меня есть одна идея, возможно, я что же это будет? Ведь у нас же самые открытые частные кастинги в Киеве. Нет коррупции. Вариантов теперь, да? Чувствую, что когда ты в активной позиции, но вообще... Ты с гимнастом, ты просто все лучше. Ты вот как сел, ты уже и не спросишь, да? Ты морфа так сидишь. Вместе уже, да?
встретим здесь. Как же тебя объема, то, что я уже теряю, расскажи как это, ориентацию, на какие я уже встал, Лиль, коррупция начнется у нас, как-то, да.